Курьезное видео появилось в орловских пабликах. На любительских кадрах видно, как рабочие асфальтируют дыру причудливой формы, предварительно залив ее водой. Место действия – площадь перед троллейбусным депо. Самое интересное в этой ситуации то, что в середине августа эта территория была отремонтирована и заасфальтирована. Оказалось, что после ремонта возникли проблемы с расположенной там ливневкой. Их начали устранять, но при этом повредили электрический кабель. Пользователи соцсетей оставили под видео десятки едких комментариев. Нормально пилорама работает. То есть они заасфальтировали площадь, потом вырезали этот непонятный ромб, потом заполнили его водой, потом начали засыпать этот ров с водой асфальтом? В Орле ко многому привыкаешь, но чё-то я даже не знаю, что сказать. Может, это магия? Ритуал или обряд какой-то?